Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами игрушка под названием Empires of the Underground. Короче говоря, это симулятор муравьиной колонии. И начнем мы, наверное, с вами с формикария. Я не знаю, что это за слово вообще такое, новый формикарий. Я так понимаю, что красный, синий, зеленый, коричневый, черным хочу быть. Есть черный. Пусть будет черный. Название колонии Panda Play, естественно, Panda Play колонии, как там, Panda колонии, колонии, по-моему, вот так вот как-то пишется, в жопу. И стартуем, новый формикарий. Я так понимаю, это как раз-таки колонии есть, тут все поделено на ячейки, и что-то здесь нужно делать. Oh, I see the queen has taken well to her... Погоди-ка, мы же на русском, почему у нас не Понятно, все, озвучки нет на русском, ладно. Ах, похоже, королеве нравится ее новый дом, восхитительно, она уже начала размножаться, как хорошо, что она попался такой здоровый экземпляр. Громковато, давай потише сделаем, чтобы она ведь самая громкость голоса вот куда-то вот сюда вот тыкнем, и общую громкость в целом вот сюда вот уберем, применить. Как скоро мы сможем наблюдать межвидовой полиморфизм? А я откуда знаю? Нужно проявить терпение, дать им вовремя освоиться. Я оставил немного еды, и скоро можно будет подсадить в колонию муравья в форме капуска и наблюдать за их реакцией. Понято. Отлично, не забывай информировать меня о происходящем. Так, для расширения колонии вам понадобится свободное место. Если не выбран никакой инструмент левой кнопкой мыши, можно выбрать ячейку для раскопки. Рабочие это все сделают, если ячейка находится в досягаемости. Чуть южнее вашей королевы находится немного пищи, выделенной зеленым контуром. Проложите туннель между вашей королевой и едой. Короче, иногда появляются уведомления, буква I и подсказки лампочки. Правый щелчок мыши убирает иконку, их появление можно отключить не настроек, это нам нужно. И добро пожаловать в формикарий. Ага, для развития основной колонии используются два типа ресурсов. Несуществующие на других уровнях. Территория для расширения формикария и маточное молочко для их для открытия новых видов муравьев. Короче. Игрушка 17-го года в раннем доступе. Увидел ее у одного человека и решил тоже записать. У него я, естественно, не смотрел это все дело прохождения. Если посмотрел, наверное, сейчас бы не тупил. И, естественно, как один человек сказал, тупость — это основная фишка этого канала. Но... я на это обиделся. Это обидно. Смотрим. У нас есть 3 из 7 муравьев. Давайте, мои маленькие муравьи, вам нужно много места. Ройте. Зеленым где-то подсвечена еда. Где она подсвечена? Хреново просы, да? Ну ладно, пойдем. А, вот она, южнее. Вот южнее. Погнали. Копайте, муравьи. Они начинают расширять территорию? Отлично. Так, они жрачку носят, я так понимаю, сразу королеве. А можно как-нибудь вертеть? Ой, что я сделал? Что я сейчас сделал-то? Да подожди ты, я что-то нажимаю, а что нажимаю, хреново поймет. Продолжить игру. Хавчик, короче, носите. На мышку, блин, как вертеться? Вот мне вертеться бы научиться. Увидев что-то пригодное в пищу, муравей пытается отнести это на хранение в гнездо, если там достаточно места. В правом углу можно посмотреть пищу. А, это вот это вот, что ли? Почему не подсвечивается? Странно. Теперь, когда у вас достаточно ресурсов, стоит вложиться в новых рабочих. Перейдите к вкладке «Ясли». В правом нижнем углу затем выберите рабочего формика Эрептор. Вы можете выбрать любую свободную ячейку для постройки яслей. Если у вас достаточно ресурсов для желаемой постройки, то один из свободных рабочих сразу же возьмется за дело. В правом нижнем углу где-то здесь должны быть ясли. Почему не подсвечивается ничего? Ячейка ускорения, это у нас ячейка хранения пищи, это все не то. Ясли рабочих. Можно выбрать ясли рабочих вот в этом углу. Пусть строится. Я не пойму просто, чего тут понажимал.
Замечательно, скоро колония начнет процветать. Да, наверное, если я ее не угроблю. Свободный рабочий может отнести яйцо от королевы в ясли. Угу, будут развиваться. Каждая ясельная ячейка добавляет одного муравья. Понятно. Производительность колонии зависит от устройства гнезда. Муравьи двигаются медленнее по ясельным ячейкам, поэтому их стоит строить в отдельных закрытых помещениях, соединенных коридорами. Расположение в коридоре ячеек с эффектом ускорения сделает перемещение в колонии еще более эффективным. Ничего не ясно. Ладно, похрен. Делов-то. Вот это что значит? Вот это вот, что это вот я сделал? Не знаешь? Я тоже не знаю. Что-то я вот тут вот начертил, а что начертил, хер его пойдет. Камера хранения переполнена, муравьи не могут собирать еду. Не могут и не могут. Как вот это дело-то отменить? Непонятно. Блять, как, что это значит вообще? Это что такое? Ячейка ускорения. Ускоряет движение муравьев, добавляет пункт к улучшению к соседским ясельным ячейкам. То есть на Е я могу построить это. Ага. Так, ну давай с камерой еды определимся. Что здесь нам нужно с тобой? Позволяет улучшить постройку и тем самым увеличить вместимость складов. А где склад? Ты серьезно? Ты издеваешься, что ли? Ну. Нажимается что-то там. Тыкается. Выбор уровня. Пройдите уровень, чтобы получить награды своей колонии эрепторов. Я надеюсь, ты еще не выключил, потому что мне интересно. И тебе должно быть интересно. Дерево развить формик эрептор в обмен на маточное молочко. Так, это что у нас с тобой? Ой, господи, как же сложно здесь все. Так, закроем это дело. Муравьи ползают, ни черта они сделать не могут. Потому что почему? Потому что. Скрыть информацию о ресурсах? Нет, я не буду скрывать информацию о ресурсах, это нужно. Я опять сейчас покраснею же, ну. Опять свет горит. Свет зажегся вот там вот за окном, и все. И как хочешь, так с этим живи. Ну давай, короче, копать будем, да и все. Чтоб местечко было побольше. Почему бы и нет? Кому вообще помешает место? Никому место не помешает. Мусорка такая, знаешь, мрачненькая. Ну, здесь тоже давай копать. Почему нет? Ох, господи, там вот смотри, сколько лампочек сгорелось. В нижней части экрана находится панель управления. Вы можете делить имеющихся в колонии муравьев на группы. Угу. Одни будут ухаживать за гнездом. Нет, то есть вот эта группа — это уход за гнездом, получается. Можете давать группам команды и направлять их в точки, которые ты хочешь. Угу. В левом верхнем углу находится диалог выбора уровня. Там вы можете выбрать один из доступных уровней. Хорошо. Слева на вашей панели управления находится группа по уходу за гнездом. Рабочие этой группы выполняют различные работы внутри гнезда. Например, рытье туннелей, доставка яиц в ясли, возведение и улучшение построек. Хорошо. Когда будете готовы, откройте меню выбора уровня в левом верхнем углу и начните проходить один из уровней. Начать рекомендуют с уровня «Новый дом». Хорошо, давай начнем с уровня «Новый дом». Выберите сложность. Сложность средняя. Играть. Убейте все живое поблизости, а зачем? This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Она толстая и уязвимая. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other. Так, мы убиваем червяков, которые нам вреда не приносят, но приносят нам еду. Will need to be vigilant. Быстро, незаметно, чтобы не тревожить. Так, понял, принял.
Ну, погнали, короче, по зелененьким этим вопросительным значкам. Потому что вот это вот, скорее всего, плохие, и они нас сожрут. Хотя нет, давай пойдем вот в эту сторону лучше. Пойдем вот в эту сторонку. The ants have encountered a pocket of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal. Да, отличная закуска для колонии. Я тоже так думаю. They will be butchered and carried off for processing. Это что такое? Если рабочих бурых лесных муравьев. Ну давай вот бурых лесных муравьев поставим, построим вот сюда вот куда-нибудь вот вот сюда. Личинок пусть таскает. Пусть эта матка или кто там она жрет, несет яйца, и у нас будут вырастать огромные муравьи буры, которые будут, наверное, атаковать кого-то. То есть они... Да, смотри, какой он здоровенный, какой он классный муравей. То есть а одна вот эта вот... Погоди, как на паузу поставить нельзя никак? Гнездовая секция вида буры и лесные муравьи, состоящие из одной ясельной ячейки. Чтобы определить муравьев в другую группу, перетащить их туда. Ну давай вот сюда вот перетащим. Договорились? Договорились. Так. Давай-ка... Чего? Отстаньте от меня. Будем копать вот, вот сюда. Тут вот восклицательные знаки какие-то. Неясно, что это такое и зачем это нужно. Но я думаю, что все-таки надо копать туда. Хотя вот тут вот почему-то вот 2 из 6. Что такое 2 из 6, я тоже не просу никак. Уровни 1, 2, 3. Давай прокачаем уровень. Вот здесь вот есть прокачка уровня. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Соседние ячейки недостаточно высокого уровня. Что? А я не могу больше никакие ячейки прокачивать. Так что ладно. Давай построим еще ясли эти. Вот сюда. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. Вот сюда. Пускай будут. Пускай три муравья у нас будет. И мы сможем смело вот сюда вот пойти. Но первыми на нас нападать никто не будет. Хуй будет. Вот, смотри какие. Carnivorous larvae of Ochipasolens. The devil's coach horse. They are born ready for combat. With powerful Твою мать, смотри, какие дикие животные. Бурые муравьи, давайте грызите их. Small, however, and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, так, уже лучше. Уже радует. А если муравьи будут достаточно быстры, то они смогут пересилить этих тварей. Если бы муравьи потревожили взрослых особей, то исход бы мог быть куда более плачевный. А что, это были не взрослые особи? Ничего себе, здесь какая-то дичь вообще происходит. Я... Музыка, блин, еще такая напряженная. Давай построим побольше. Я развиваюсь всегда количеством, нежели качеством. Ну, потому что количество всегда побеждает. А что, у меня сколько пищи-то? Не хватает пищи, серьезно? Ты что, дурак, что ли? Так, а как бы улучшить бы, а? Как бы вот улучшить это дело-то? Никак. Ну ладно, у нас теперь есть... Что у нас есть? У нас ни черта нет. Не, нам нужно вон в ту сторону. Собираем всю вот эту вот канитель. Давайте, ребятки. А почему нельзя копать? Я не пойму просто, почему копать нельзя было. Вот эту вот ячейку нельзя почему-то выкопать. Ну ладно. Тащите давайте личинок. Давайте строить муравьев. Куда-нибудь вот сюда. Так как у нас еда-то есть, и ее достаточно много, так что мы можем, наверное, себе позволить построить еще парочку таких. Давайте за едой бегом. Бегом за едой, ребятки. Вот это кто будет собирать? Ну, ребята, вот.
Как вас всех выделить-то? Вот это будем собирать, нет? Давайте, давайте, молодцы. Все, теперь уже можете идти обратно. Теперь уже не нужно, я уже занялся тем, чем... Я уже сделал то, что мне нужно было. Построим вот сюда еще. Убейте все живое поблизости. Ну, ни хрена себе здесь поблизости. Так-то здесь достаточно много поблизости. Так, ну давайте-ка мы с вами начнем копать вот в эту сторону. В две лопаты, в две ячейки шириной, чтобы место было для маневра. Даже в три. Все бегом туда. Ребятки, давайте копаем. There are intruders in the nest. Давай, 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 давай. Лупи их. Лупи, 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 лупи. Мы не должны потерять своих. Отлично. Сколько еды у нас? Сколько у меня там еды-то? Хватит мне на еще одного муравья? Если хватит, то вообще отлично. Хватит, конечно, как же не хватит. На еще двух даже муравьев, наверное, хватит, да? Да. Вот это хорошо, вот это меня радует. Подождем их вылупления, дабы не сплошать сейчас. И думается, мне сейчас поползем вот здесь. Я просто не понимаю особо принципа управления. Давай, 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 все сюда, бегом, бегом, бегом. Ломают наших-то, ёп. Чё смотрим-то на них, сидим? Ой, блин. Прикинь, сейчас наших убьют. Наших всех поубивают. Нет, хрен вы угадали. Поубивают. Но мне кажется, мы кого-то потеряли, да? Или нет? О, это что такое? Это что за жук? Что за жуки? Страшные большие жуки. Давай, 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 тащи. Тащи еду к себе. Тащи, тащи, тащи. Тащи, строй, тащи, строй. Весь принцип муравья. Тащи и строй. Микрофон включил? Включил, а то мало ли что. Я ж могу. Я ж могу не включить. Я в тот раз полсерии записал и не включил микрофон. Помад много не нужно. Сколько еды? Самый главный ресурс у нас с тобой — это еда. И, естественно, перетаскиваем вот это все сюда, вот сюда, и все. И пошло-поехало. А вот это все складируется, да, и, наверное, увеличивает какую-то там, как ее называют, уровень, что ли, или что? Плюс один, плюс один, плюс один. Хрен его знает, пока не разобрался. Если вы в курсе, как это работает, пишите там, не стесняйтесь мне в комментариях. Потому что я-то особо не разбираюсь в таких вещах. Тем более так быстро и скоро. Надо было, наверное, поиграть хоть немножечко. Ой, ебать, колотить. Смотри, сколько. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders. А, они, наверное, безвредные. It's going to take some effort to dislodge them. Ну, скорее всего, да. Хотя что-то они как-то почему-то красным подсвечиваются. Но мы их быстро забиваем, так что... Так что особого вреда-то они нам не принесут. Слушай, муравьи — это вообще крутая тема. Блин, мне нравится. Мне нравится, когда не понимаешь, что происходит, но что-то происходит, блин. Так, муравьи. Ну-ка, давай мы с вами построим ячейку с едой вот тут и вот тут. Так. И будем строить муравьиную ферму вот тут. Точно же, мне же сказали там, что нужно отдельные комнатки, соединяющиеся каналами какими-то там, коридорами строить. Так что мы вот тут вот целую соту прям построим этих муравьев.
Давай, таскайте еду свою. Мою, точнее, еду таскайте. Давайте, бегом, 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 бегом. Чтобы было очень много муравьев. Чтобы было очень много муравьев. Чтобы мы просто всех сейчас... Ни хрена себе там... Можно запретить группу муравьев собирать пищу и вступать в бой. Таким образом можно предотвратить сбор пищи групповой... группой воинов в разгаре битвы. Ерунда все это. Макрит защищает прочный панцирь, чтобы расколоть понадобится много времени. Ерунда все это. Постройка, окруженная другим постройкам второго уровня, может быть улучшена до третьего уровня. Улучшения делают растущих сильнее. Ага, по достижении третьего уровня появляются дополнительные способности. Едить, колотить. Улучшить со всех сторон окружают постройки схожего типа или стены. Умею построек, выберите улучшения, дополненные к улучшению постройки. Ага. Обнаружишь муравья, личинка стафилина пахучего сразу атакует. Угу. Угу. Солдаты? Угу. Все, ерунду мне не пишите, я сам знаю, как все это делать. Так, так. Еды-то что нет? Еды-то есть, вон еды сколько, смотри. Ребята, а почему вы не собираете еду? У меня еды не хватает, скорее бегите. Или они все улучшают, строят тут? Чего они разглядывают эти соты, я не пойму. Кто еду собирать будет? Да я не собираюсь постройку создавать. Что-то больно они долго очень это все делают. Очень долго они это все делают. Вы их жрете, что ли? Я не пойму. А вы их жрете, а не доставляете? Или что происходит? И, естественно, вот это. 6 из 6 сейчас уровень, наверное, будет, да? Да, хрен ли нет. О, ну ничего себе. Сейчас мы улучшаем, во, мы сейчас улучшаем. Во, мы сейчас всем покажем, как... Блин, я опять покраснел, да? Ну, а что же я могу поделать? Покраснел я. Стесняюсь. Вылупился какой-то муравей. Большой, блин. Красный. Красивый. Вот это да. Так, ну погнали. Погнали вот в эту сторону. Хотя можно было бы, наверное, вот эту сторону сначала прокопать. А как отменить-то? А, вот так отменить. Пойдем вот в эту сторону сгоняем. Что-то вот это копать нельзя, странно. Опачки. Давайте, ребят, давайте, давайте, давайте. Не толпитесь. Почему вот это прокопать нельзя, я не пойму. Да в целом-то неплохо получается, да? Кого-то убиваем, что-то творится. Что-то происходит. Можно вот это прокопать, например. Predators are loose in the nest. Бегом сюда, чудаки, ёб вашу мать. Я понял, зачем нужно запрещать сбор пищи. Это, блин, самый неподходящий момент они начали собирать еду эту. Зачем они начали собирать жрачку, когда драться надо? Вообще не ясно. Так, ну, давай-ка тогда улучшать. Что это такое? Солдаты максимальное количество 17, рабочие максимальное количество 7. У нас по максимуму с тобой 24 муравья целых. Давай, 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 собирайте. Что творится, блин, я вообще не понимаю. Копай вот это вот, копай, 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 давайте, копайте, ребятки.
Пусть у нас будет здесь вот жрачка. Пищи, говорит, недостаточно. Почему недостаточно-то? Все достаточно. А, ну теперь можно, наверное, разрешить. Пусть собирают еду. Пускай таскают. А то они просто стоят и смотрят и на эти трупы, горы трупов, и ничего не делают. Наверное, да, наверное, будет правильнее вот так сделать. Пусть они всех победили, большие молодцы. Еду собирают. А мы тем временем улучшим вот это. И вот это. И построим еще одну ячейку с муравьями. Ну и, естественно, давай улучшим. Все, еда кончилась, ребятки. Кончилось так кончилось, ничего страшного. Так, почему у меня 17 из 18, где там вылупление? Вылупляйся давай, вылупляйся, большой молодец. 18 из 18, 18 из 18. Ну, тогда погнали вот сюда. Интересная игрушка. Блин, прикольная. Тут оформлено очень интересно. Сейчас рабочих всех поломают, ну-ка. Поломали рабочую, да? Или нет? Я же написал, чтобы они не дрались. Почему вы там стоите? Эй, чудики! Капец, столько просто копать пошли. Да правильно, конечно, чем еще заняться? Колония голодает. Ну-ка, давай, не голодай, колония. Тащи еду. Тащи еду. Все, жрачки, вагон. Все, теперь идем дальше. Ой, что такое? А, как отменить вот эти вот все... Понял? Понял, вопросов нет. Теперь едем вот сюда. Давайте, работники, работники, давайте, бегом. Нам нужно срочно всех убить. Бегом, ломайте, а то нас сейчас сломают. Быстро, 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 быстро. Капец, наших бьют. Наших бьют и убивают, просто только так. Благо, они вылупляются. С не меньшей скоростью, хочу заметить. Они прям умирают и восстанавливаются сразу же. Так, ну, разрешу им собрать еду. Пусть они тащат все это дело к себе домой. Так, и получается у нас с тобой остается вот эта вот местность. Да? Да. А, ну еще внизу что-то есть, ошалеть. Кстати, можно... Вот здесь еще построить вот так вот колонию, не колонию, а вот это вот несколько ячеек с рабочими муравьями, чтобы, ну типа, чтобы они здесь были. И пустить их вот сюда вот. Рабочие сделали все, что могли для подготовки этой гнездовой секции. Ну я рад за них. Я же за них рад. Я же ничего про них и не говорю. Теперь вот эта вот секция идет вот сюда вот копать. Идут сюда и строят вот это вот чудо. Раз, два, три. Еды достаточно? А, еды нет теперь. Ладненько. Едем дальше. Едем вот в этот вот отдел, так сказать.
Давай, 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 бегом, 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 бегом. Копайте. Сколько вас ждать можно? Нужно добыть еды. А как вот это? А как выбрать вот первый самый, вот это управление гнездом? За управлением... За... Как выбрать группу управления гнездом? Какая горячая клавиша должна быть? Не знаешь? Я тоже не знаю. Так, еды сейчас будет достаточно. Мы насобираем еды. И, естественно, начнем строить еще муравьев, которые воины, которые, мать его, всех сейчас разнесут. Давай, давай, носите еду, носите. Молодцы. Да, хочу заметить, надо было вот в эту вот колонию кинуть, в группу феромоновую. Некуда собирать еду? Ну и чудеса. Ну и улучшить, естественно, нужно. The workers have done all they can to prepare this brood chamber. Так. А, у меня денег нет уже. Все. Ну как, ресурсов нет больше. Хорошо. Так, вылупились. Давай, 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 копай. Мы идем вот в эту сторону. Первая группа же идет вот сюда. Почему-то нельзя копать вот. А, черные только можно копать. Елки-палки, я понял, в чем прикол. Все раскопать в любом случае не получится. Отчего становится грустно. Так, вы там жрачку собрали, да? Ну да. Так, третья группа, естественно, идет вон туда. Как тебя туда пустить? Вторая группа идет вот сюда. А, я думал, нельзя прокопать. Все можно. Слушай, нет, не только черные. Видать, что-то мешает нам копать вот здесь. Я не пойму, почему. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Так, здесь что случилось? Здесь третья группа, и она должна их убивать. Вот этих вот двух сороконожек. И она, естественно, с этим хорошо справилась. А вторая группа не должна... Первая, точнее, группа не должна собирать еду. Самое главное. Молодец, теперь должна. Теперь пусть собирает. Дырку прокопать, чтобы они в обход не ходили, ребятки. Давайте, чё как дураки последние, ну? Ерундой занимаетесь. А, теперь нам нужно... Жрачки мы насобирали, вагон просто. Вот сюда вот камера хранения сейчас наставим. И улучшим, естественно. Вообще отлично. Еды просто куча, еды куча. Муравьев. Вот сюда. Улучшаем. Улучшаем, 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 улучшаем. Давай, давай, улучшаем. Говорю, улучшаем, давай. Насобирай еды. Тащит, тащит, тащит еду. Улучшили. У нас 29 муравьев. Теперь. Так, третья группа что не собирает. Колония голодает, молодому расплоду не хватает еды. В смысле, не хватает еды. Вот она, еда. Берите, вот, хватайте. Че, дороги, дорогу не знают. И, естественно, копаем вот, вот сюда.
Не зря же тут вопросительные знаки стоят. Правильно, правильно. Ну, работнички тут сами справятся. И, соответственно, теперь мы с тобой делаем вот что. Первую колонию пускаем вот сюда. Всех вот в эту сторону. Третью колонию тоже сюда. Ну, вот это лишнее, скорее всего. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Чего? Хищники проникли в гнездо, нужно защитить личинок? Куда они проникли-то? Это я же туда проник. Все бейте давайте, ёлки-палки, чего вы на них смотрите? У нас такое количество, что уже нас вряд ли кто-то победить сможет. Так, ну и самое главное, вот этот уголок остался. Да? Да, ну да, будет же здесь вообще нечего ловить. Правильно я говорю? Правильно. Копаем вот эту. Копаем вот этот кусочек. Находим последних врагов. Наверное, на этом заканчиваем. Ну, работнички. There are intruders in the nest. The ants have stumbled into the path of a fully developed ядовитая хрень какая, смотри. And it's hungry for breakfast. The beetle is almost four Ломайте times ядовитую the size хрень. And protected by thick plates. Эта жука почти 4 раза превосходит размер бурого муравья. Схватки крошечными защитниками гнезда. Стафилин выделяет илоновую жидкость из кончика поднятого брюшка, которая дезориентирует муравьев. Ни хрена не дезориентирует. Мы сейчас их всех размотали, видел как? Its corpse will provide food. Покучий стафилин мертв. Его трупом можно прокормить десятки личинок. Это хорошо, что его можно. Им можно прокормить десятки личинок. Это не может не радовать, хочу заметить. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Почему вы деретесь? Не надо драться, нужно копать. Нужно копать и драться. Нужно копать, а драться будут те, кто для этого создан. Что-то нас маловато осталось. А, нет, маловато нас не осталось. Просто нас убивают, а мы возрождаемся. А, и тут два больших жука-то. Вон, ну что. Но тут можно особо не переживать за то, что тебя убьют, да? Потому что тут возрождение идет только так. Все, до больших жуков, когда добрались, можно не переживать. Большие жуки сейчас умрут, потому что муравьи их окружили уже и кусают. Отлично. Но еда самое главное. Самое главное еда. То есть нам побеждать нужно 100%, и побеждать нужно быстро. Чтобы у нас пополнялись запасы еды, и, естественно, эти запасы еды тратились уже на возрождение наших потерянных товарищей. Так, пусть они жрачку отнесут. Что такое? А, это ветер дует. Вот. Ну, неплохо получается в целом-то. Давайте, ребятки. Первым делом все идут сюда. Опа. Вот они сидят, смотрят, ждут нас, пока мы к ним придем. А мы пришли. Мы пришли, их размотали только так. Потому что мы можем. Так, а вы, ребятки, идите копайте туда. Пока тут бойцы делом заняты. Вперед из песни копать. Неужели нужно еще зеленых всех убивать? Ну просто они как бы уже зеленые же, ведь они же ничего плохого никому не сделали. Это же мокрицы обычные, чё они там? Ну, короче, в целом-то получилось все у нас с тобой. Все у нас с тобой получилось. Успешно, можно сказать, завершили мы с тобой миссию. Да? Да. Сейчас вот они доконают этих мокриц, и будет вообще все классно. Все, готово, дело.
Да, да. This formica Эта колония формиков Фуска проявила себя как достойного соперника в борьбе за власть в Подлексе. Скоро им нужно будет распространить свое влияние и на поверхности, где их ждут новые испытания. Но пока королева безопасности. Это самое главное. Победа. Дали пищу какой-то, больше пищи, больше территории, что это такое значит? Не знаешь? Я тоже не знаю. А, больше маточного молочка. Маточное молочко используется для открытия новых видов муравьев и их улучшений. Для этого откройте дерево развития, кликнув на иконку в левом верхнем углу формикария. Больше пищи. Пища необходима для создания новых построек, усовершенствования... Не, давай пока маточное молочко, потому что маточное молочко — это тоже очень здорово. Завершить уровень, да? Наверное, да. Вернуться в формикарий. На этом мы с тобой закончим. Ты там пиши, как что, к чему и почему. Как дела у колонии? Королева ведет себя интереснейшим образом. Мне кажется, колония начинает адаптироваться к своему окружению. Давай мы с тобой на этом закончим, как я уже сказал. Ты напиши в комментариях, что к чему, может, совет какой-нибудь дашь. И я думаю, что проходить-то мы ее с тобой не будем. Хотя, кто знает, может, она вам зайдет, мы будем ее проходить. Так что давай, спасибо всем за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки обязательно. Увидимся с тобой в других игрушках и, возможно, даже в следующей серии этой игры. Но это, конечно, сомнительно, но возможно. И всем пока.